Привет. Для этого проекта нам нужно старые динамики из-под старого магнитофона или магнитолы. Я выпаял оттуда динамики, вот, и решил их использовать. Вроде как они еще более-менее живые были. Для корпуса я взял обрезки старой фанеры. На стенке у нас пошла толстая 8-миллиметровая, а на тыльную сторону я взял потоньше кусочек и вот все это накромсал. А также непосредственно нам нужно вырезать посадочные места под сами динамики. Я взял обыкновенную коронку, вроде навскидку, насколько я помню, это 8 сантиметров. И соединил весь наш корпус уже непосредственно на клей и закрепил с помощью пневмопистолета гвоздями. Ну, а вы можете закрепить чем угодно. Вы можете также оставить просто склеиваться, либо зашурупить саморезами и тому подобное. То есть, ну, вариантов масса, так было просто проще и быстрее. Мир не идеален, и с размерами я немного накосячил, поэтому, получается, боковая сторона у нас не подходила ровно. И я решил ставить туда небольшую вставку с более тонкой фанеры, а потом это все пилить ровно непосредственно на станочке. Далее я за кадром прошпаклевал, а также проклеил все неровности и стыки. И сейчас я защищаю шпаклевку. Но в итоге мне все равно получилось немножко неровно и как-то, ну, так топорно. Ну да ладно, и не важно. Эта тема только для попробовать и как бы в мастерскую. Мне не так важна красота, главное как функционал и качество. Соответственно, я зачищаю поверхность наждачкой. Решил воспользоваться просто шуруповертом с насадкой. Решил прогрунтовать поверхность на всякий случай белой грунтовкой. А далее начинаем непосредственно саму сборку нашей колонки. Пропаиваем провода на непосредственно динамики. Я пропаивал на всякий случай с кислотой. Так проще просто залудить контакты и, ну, и соответственно провода и тому подобное. И да, никогда не вдыхайте испарение от паяльника. Лучше дуть. Ну, как бы у меня нет еще вентилятора там с впитывающими губками, но лучше как бы сдувать этот дым от себя. Довольно вредная тема. Динамики я припаиваю непосредственно к выходам на Bluetooth-усилители. И также припаиваю питание. Я взял обыкновенный выход гнездо джек. На него у меня был уже просто такой какой-то старый блок питания. Этот усилитель питается от 9 до 18 вольт. То есть вам может подойти примерно более-менее что угодно. То есть вы можете подобрать. И вы можете увидеть его по ссылочке здесь сейчас непосредственно.
Ну, так как фанирование все равно было неровное, зашпаклевать нормально не получилось, я решил, думаю, блин, почему бы не заклеить виниловой пленкой? А так как колонка у нас будет стоять непосредственно в мастерской, где много пыли и говна, потом подобного, я решил затянуть переднюю часть материи, которая у меня оставалась, я просто прошелся степлером, даже не стал заморачиваться и угорать по поводу красоты, по краям, я просто два раза подвернул и также прошпандорил все степлером. И вуаля, эта тема работает, и она долбит, я вам скажу, довольно интересно и громко. И как бы, блин, мы живем в крутое время. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что вы меня посмотрели. И подпишитесь, расскажите друзьям еще раз. И вот здесь сейчас будут два еще стареньких видео. Посмотрите их тоже. Спасибо большое. Пока.